Восьмиклассник Александр Базыльчик вместе с другом и напарником знакомится со специальной техникой пограничников. Теперь они, как говорят сами, в элитном классе. А это и ответственность выше, и занятий больше. Но это не пугает парней. Возможно, в будущем, признается Саша, он пополнит ряды стражей границы. Пограничник – это, во-первых, первый защитник государства, так как если начнется какая-то беда произойдет, то именно пограничники примут первый удар на себя. Как настоящее пополнение, клятву верности произнесли и школьники. Они стали юными усовцами. Слова торжественной клятвы и обязательное действие – вручение удостоверений. Теперь они вправе с гордостью носить пограничную форму и считаться курсантами. От всей души хочется поздравить этих ребят с этим волнующим для них событием. Вы видите, как они переживали. Вместе с ними и я переживал. Понимаете? Поэтому они прикоснулись сегодня к величию подвига пограничников. Третья школа с 50-х годов тесно сотрудничает с Гродненской пограничной группой. Многие действующие пограничники – выпускники именно этой школы. Но только в этом году усовцы впервые приняли присягу. Военная служба, говорят, в школе под силу только умным, смелым и физически выносливым. Поэтому, чтобы учиться в классе пограничной направленности, средний балл за четверть должен быть не менее 7. Это на самом деле гордость нашей школы. Дети прошли отбор для поступления в эти классы. Значит, они на повышенном уровне изучают некоторые предметы. Для них организован рукопашный бой. Пограничная группа проводит занятия вместе с нашими ребятами. Поэтому мы надеемся, что мы вырастим настоящих пограничников. Ознакомиться со специальной техникой, увидеть настоящие медали офицеров и познакомиться с самым важным и незаменимым коллегой на заставе – служебным псом Рико. Курсанты уже в первые минуты после принятия присяги узнали, как и с чем работают пограничники. Вот это вот сотрудничество со школами, оно является конгломератом как бы взаимодействия наших ветеранов, ветеранских организаций, ребят их школ, родителей и педагогического коллектива, поэтому гродненские пограничники очень это ценят и гордятся. В специальном классе пограничной группы юных пограничников будут обучать всем тонкостям охраны рубежей. К слову, 40% из тех, кто сейчас обучается в Институте пограничной службы, родом из Гродненщины. Ульяна Шубко, Яна Мельниченко, Сергей Печерица. Новости Гродно+.